Все, всем привет, с вами канал «Все для города». Собрал я этот агрегатик, вот. За 4500. А это у меня вот был тоже, видите, такой тоже пластмассовый. Здесь тряпочная, это пластмассовый, тоже остался. Может, его тоже можно приспособить, я не выбрасываю их. Вот, а вот этот вот, который у меня, мотор сгорел. О, блин, там яйца уже, нифига себе. Вот, у него здесь рычаг такой. Вот, то есть, когда берешь, его передвигаешь, и можно... То есть, четыре колеса, они поднимаются, опускаются. Вот такой был у меня агрегатик. На 5 лет хватило. Блин, муравьи залезли. Вот. С рычагом-то, конечно, лучше. Можно опускать ниже, выше делать. Блин, ты опять прилетел из скотины. Вот. Но у него мотор здесь это сгорел. Вот такой был. Назывался топ. Опа. Блин, убил я слепень все-таки. Сел мне на руку, я его хлопал, и все. Вот такой, на 5 лет хватило. Стоил он 7 тысяч. Так, ну все. А здесь у меня за 4,5. Самый простой. Взял самый дешевый. Хотя там еще было за 4200 какой-то, я не знаю. Это 4500. Там, наверное, еще какой-нибудь навороченный китайский. Как правило, вот эта ручка у меня отломилась. Вот здесь она отламывается почему-то. Иногда бывает. Я там тумблер ставлю такой, выключатель и все. Зараза. Как комары кусают. Слеп не летает. Все. Собрал, подписывайтесь, с вами канал «Все для огорода». Покупал в Аби, стоит 4500. Хотя можно было за 4200 купить. Там немножко другой, другая фирма. Ну, тоже Китай, наверное, скорее всего. Спасибо за просмотр, всем пока-пока, подписывайтесь. Сегодня у нас 2 число, 2 июля. Я сегодня 4 огурца сорвал на открытой грядке, а в теплице огурцов еще нету.